Пять нижегородок получили звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области». Торжественное награждение лауреатов состоялось в Кремле. Звание присудили мастерицам, проработавшим в этой сфере более 10 и даже 20 лет, за большой вклад в сохранение и развитие промыслов. Я занимаюсь хламской росписью. И уже довольно давно, в течение 20 лет, работу свою люблю, подхожу к ней творчески и очень рада, что удостоилась такой награды. Елена Викторовна очень скромно рассказала о своих заслугах и труде, которые она вложила в общее развитие народных художественных промыслов Нижегородской области. Она поистине мастер хохломы. Ее изделия отличаются особой оригинальностью, поэтому мастерицу не раз приглашали на международные выставки, как в России, так и за рубежом. Конечно, гордость есть за то, что народные промыслы, в плане хламская роспись именно, не умирает. И поскольку я живу на родине хохломы в Кырминском районе, я очень рада за то, что она до сих пор там жива и процветает. Кроме того, почетное звание получили мастера городецкой хохломской росписи Елена Староверова, Марина Иванова, Тамара Корьева и Галина Мартьянова. Мы считаем, народный художественный промысел – это не бизнес, это все-таки вот то наше достояние народа Нижегородской области, которое обязательно надо хранить. Лучшие мастерицы получили денежную премию в размере 15 тысяч рублей, диплом и нагрудный знак. За три предыдущих года звание было присвоено 15 мастерам и художникам этой отрасли. Тем, кто сохраняет уникальные промыслы, не только вручили награды, но и передали особые пожелания. Накануне проведения в Нижегородской области чемпионата мира 2018 года по футболу нам нужно будет показать и область, показать все наши достижения. А здесь, как без народных художественных промыслов. Я думаю, что можно сейчас уже объявить какой-то конкурс. Время еще есть. Такой сувенир придумать, чтобы он был чисто нижегородский и в то же время посвященный чемпионату мира по футболу. Сейчас самым популярным сувениром в России является матрешка, расписанная хохломой. Таким образом, изделия народных художественных промыслов являются не только визитной карточкой нашей области, но и всей страны.